Хопа! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в растения против зомби 2. Надеюсь, ты ждал, притом сегодня аж две серии, как ты понял. Первые у нас были были батлы. Вот, сейчас у нас, конечно, будет приключение. Так что усаживайся поудобнее, приятного тебе просмотра, приятного аппетита. Также, братишка, самое важное, не забывай ставить лайкосик, а также подписываться на канал. Ну и дзынькать колокольчик. В общем, как ты понял, мы с тобой в предыдущем выпуске открыли ежевичную лозу и... Честно скажу, такая. Я только что, друзья, покушал, поэтому, если что, тут шоколадный батончик. Не буду говорить, какой, а то иначе вдруг скажут: о, опять скрытая реклама. Болото юрского периода. Как ты понял, сегодня может быть даже зомбос, да? Посмотрим. Если я, конечно, вытерплю это все. Так, мы с тобой в предыдущей серии... Сейчас, секунду, я квас, да, пью. Друзья, я купил... Прошу прощения, орехи, блин, попали. Ой, надо проживать все. Я то, блин, чисто глотаю. Быстрее же все надо, друзья, по времени, блин. Вот, сейчас учеба, сам знаешь, ты, наверное, уже поздно, блин, смотришь. Уже пора, наверное, спать, я фиг его знает. Ну, блин, надо пораньше выпускать, я думаю. 28-е. В общем, давай бахнем кваску. Не могу сказать, друзья, откуда квас, потому что чистая разливнуха. Вот, и он гораздо хуже вот того разливного. Вот, не знаю почему. Ну, он слащавый, очень какой-то сладкий такой. Как ты видишь, я на веселе. Я сегодня на веселе. Так. Динозавров у нас просто куча, и мне это напрягает. Но мы с тобой... Так, бусты мы с тобой не берем. Электрокамыш я тоже не хочу, или электротростник. Он тут называется. Защищает растения и бросает ежевику. Я хочу посмотреть. Да, друзья, давай попробуем. Давай попробуем поглядеть, чудо, как он там будет делать. Итак... Первым делом, друзья, набираем всякие вот такие вот растения. Конечно, с тобой. Так, сейчас чем-нибудь еще такого интересного. Ну, я думаю, шипы. И все. Хотя в предыдущей предыдущей, мы с тобой использовали офигенную тактику в плане... Чисто бойцов ставили, то есть... Сельдерея и китайскую капусту. И знаешь что? Она вообще офигенна. Так, сейчас самое важное, конечно, друзья, поставить вот тут минку. Тут мы вот эту вот фигню поставим. Отлично, отлично, потихонечку. Ой, друзья, еще 30 градусов. Я жесть просто как потею. Ой, блин, нет, только не это. Нет. Так, сейчас посмотрим, куда он их... Нет, тихо. Гаденыш, ты видел, что он вообще сделал? Так, пусть поспевает мина. Пусть. Пусть, бедные, конечно. Ля, двоих просто. Отлично. Так, как-нибудь вот так вот давай расставим... Так. Отлично. Нет, не отлично. Давай, быстрее, поспевай. Сейчас, хоп. Она должна, кстати, задеть. Блин, этого не задела. К сожалению, но ничего страшного. Так, здесь ставим, здесь тоже ставим. Все, пусть ежевичная лоза теперь работает как надо. Кстати, она... Интересно, она дает защиту или нет? Вот что интересно. Так, вот поставим на всякий случай. Так, тихо. Блин, хоть бы поспела. Да, поспевает, есть. Слушай, крутая мина все-таки.
Так, ставим тут два. Видишь, он не успел его раскочегарить. Так, внизу. Так, раз, два. Так, пусть они мину... Стоямба! Гаденыши, а какие? Давай мина! Е-е-е, вообще четко сработано! А вы видели вообще это? Они нам помогают! Ну серьезно, динозаврики! Не помогайте нам так! Так. Вот так вот делаем. Тихо. Тихо. Спокойно. Спокойно ставим. Есть. Фу. Так, на орех ставим. Может, поможет. Видишь, как он... Так, этого сейчас кокнет. Этого тоже кокнет. Остался только этот, что ли, получается, да? Смотри, даже ни одну мы не прокакали. Офигеть. Блин, мне это нравится. Так, вот это вот последнее остается. Мега жопа. О! Блин, да как так? Я же не хотел так делать. То есть заметил, да? Что если мы вот эту штуку делаем, то... И живичная лоза убирается, а не... Ой, тихо. Так, последний остается. Но они сейчас его втроем прижмут. Да нет, надо сказать, даже вчетвером, потому что орех-то тоже главную роль играет. Прям вот, знаешь, вообще жесткую. Все. Все, пацаны, офигеть, мы с тобой круто раскидываем здесь. Круто. Сразитесь с доктором Замбосом. Монета, состояние скал... Ну, хоть что-то. Радует реально русификатор. Используйте растения, выбранные за вас. Блин, и там чисто такие чуваки... Сажайте. О, это все? Три растения. Да ты, блин. Ладно, слишком я уж что-то... Ну, блин, ну... Это маловато как-то. Так, ладненько. Давай потихонечку, помаленечку, как говорится. Сейчас самое важное, друзья, это ставить, расставлять и эти, и те. Но вообще, как я понимаю, раз тут будут эти... Ой-ой-ой, мелкие пошли. Так. Мелочь пузатую давай-ка вот так вот. Здесь надо здесь вот ставить специально их. Знаешь почему? Да потому что они будут толкаться и... Пеликаны перекидывать будут. Ну, не перекидывать, блин. Ты понял. Так, давай. Перекидывать будут пеликаны. Ну, братишка, давай-ка аккуратненько. Так, на всякий случай поставлю. Не жрать! Да, блин, ну сожрал ты, а! Вот свиньи. Да ёкало мне, вдвоем сожрали, вы чё заср... Ну вы гады, просто ползучие, а. Сказал не жрать, собаки, а. На. Ну козлы просто, а. Так, ставим, расставляем. Хоть что-то мы должны сегодня сделать. Хоть уже и вторая волна. Сейчас раскидываться будут, а. Засранцы.
Так, здесь поставим. Ну стреляй ты уже, ядрёна вошь! Ой, плохо, там вообще все жопа. Там все в жопе. Давай, 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 давай. Да блин! Понятно, понятно, что нас тут выручит. Ну стреляй же. Фу, слава богу, эти спасли нас. Так, наверху, наверху идет. Козел. Так, минка сработала. Отлично, отличненько. Или нет, или не отлично, нет. Слушай, ну... Жесткий, жесткий уровень. Я тебе так скажу, давай еще раз. Я что-то даже не ожидал. Хотя... Ну как бы 29 уровень, поэтому должно тут жестко быть. Так, давай подумаем, как же нам мины эти... Сейчас мы быстро, давай. Так, отлично. Не, давай сейчас быстро вот последнюю дорожку сделаем, и надо... Накопить... На горухострелы. Все-таки видишь, пеликанов здесь таких нет. Чтоб они такую жопу творили. Так, один есть. Оки. Доки. Ну че это? Такое, блин. Фиг его толкнешь еще, а. Так, ставим сразу вот здесь вот. Я уже понимаю, что к чему идет. Видишь, он его чуть-чуть задерживает, и все. Блин. Ну, козлы просто, смотри, что делают. Я в шоке. Так, давай. Так, спокойно, спокойно, быстрей! Активизируем. Идут еще так быстро. Давай, аккуратненько. Так, здесь выставляем. Так, ну тут понятно, без мины не обойтись. Короче, вот это вот нормальная тактика, но... Ты понял, да, что... Оп. Жестяк идет все равно. Так, давай, давай, отлично, две... Две у нас есть, да? Два редка. Фух. Можно и третий сделать. Так. Вроде получается, друзья. Вроде получается. Так, нормально. Все, но это лучшее, да, чем мы можем тут выжить. Ты столько сейчас динозаврик здесь не толкни. Да, не толканет. А он толканет по любасу. На. С вот этих гадов еще надо подальше. Блин, все-таки этот есть тут. Придется убирать. Я уже понимаю, что к чему. Ого! Так.
Отлично, отлично вообще, мины, красавчики. Чё они вообще сделали, смотри. Так, ставим. Ну, в принципе, вот с Гаргантюа здесь несложно, друзья, несложно. Как бы, но он навряд ли сейчас дойдет, да? Он не сможет, да, дойти? Это не ее, жалко. Ну давай тогда вообще тебя сейчас с поля выдвинем. Пошел отсюда. В смысле, он ударил, но... Смотри, он ударяет, но... Че вообще происходит? Офигеть, смотри, он жесткий какой. Он не может попасть по мини. Ну, типа, его настолько сталкивает, что он не может прям, друзья. Итак, 29-й день еще у нас, друзья, в копилочке. Так, а какой там, друзья, 33-й уровень? Так. Неплохо, да? Следующий уровень. Мне, конечно, интересно, что за зомбос здесь будет. Мне уже потому что, знаешь, вот эти вот братишки уже вот так вот поперек горла надоели, капец просто. Беру против них артиллерию. Огонь, артиллерия. Вот вместо этого я возьму... Да, чертополох. Я хочу его взять. Вообще кабачок бы взял, но... Увы, не могу. 30-й денечек. Итак... Осталось уже, друзья, чуть-чуть до зомбоса. Видимо, мы сегодня дойдем. Так что ставь лайкосик, бро. Не жмись, не ленись. 4 волны. Фух. Это уже интереснее будет сейчас. Так, сюда ставим. Так, хоп-хоп-хоп. Минус. Так, ну, мне кажется, сейчас все бомбанет, поэтому надо, блин, нам хотя бы подготовиться, что ли. Нормально. Итак, один чертополох у нас установлен. Он же так называется, блин, а то я сейчас... Офигеть, смотри, он просто автонаведение. Нравится, нравится мне. Так, отлично. Все, чисто сейчас копим и... Блин. Нет, 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 гаденыш. Мина... Мина не работает. Так, ладненько. Видишь, да, что происходит? Поэтому надо аккуратнее будет. Как-то надо это. Гад, он полетел специально, чтобы забрать. Да фигу тебе. Сейчас мы накопим. Узнаете, кузькину мать. На третью вообще тогда лучше. Пацаны. На третью, на третью. Так, наступают, сволочи. Блин, там Гаргантюа еще. Ну, а чё мы его боимся, знаешь? Не знаю. Поэтому надо как-то его... Раз, хопа. Вот так вот сзади его немного помнём ему. Массаж, так сказать, сделаем. Блин. Фу, чуть... Чуть, друзья, мы с тобой... Да, вот так вот надо делать. Я думаю... Сейчас мина бомбанет, зря ты идешь. Он спра... О, фу. Я уж думал, что такое. Так, есть. Просто офигеть, что творят. Так, ставим.
этого избавляемся, ставим такую штуковину. Фу. Намного стало интереснее играть все-таки с премиум растениями. Ну, знаешь, блин. О! Пацаны, пацаны, блин, надо помогать нам. Смотри, что делает гад. Фу, избавились от него. Еле как. И то я там шипы за 200 поставил. Спасибо, немного вернул. Давайте, чуваки. Чертополох, может шиповник, блин. Ну чё? Погнали, на! Тра-та-та-та-та-та-та! Оки-доки. Два руля. Ну, вы сами видите, друзья, мы с тобой на 5 баллов проходим все. Но это премиум растение, все равно как-то вот... Сейчас посмотрим другое, может, применим какое-нибудь прикольное. Бомбанит! Ах, не бомбануло! Бомбани, бомбани! Итак, друзья, получаем мы с тобой чуть-чуть монеток. И уже через 2 уровня у нас зомбос. А почему... Странно, друзья, то есть он 33-й, вау, впервые такой... Ну хотя не-не-не, погоди, было... Так, использую растения, которые... Ну-ка давай, показывай, какие у нас там есть. У нас прям... Ух, ледяной! Ледяной дракон! С удовольствием, просто с удовольствием. На каждом... Вот было бы такое, хорошо бы было. Так, здесь я думаю поставить мину. Пусть мина стоит. Жалко, перезарядка долгая. Она как бы быстро взводится, но долго, блин, перезаряжается. Пипец прям. Так, ну и дракоши наши любимые. Дракоши-тоши! Он работает на 3, да? Вот, он что-то начинает уже, смотри. Что-то начинает делать, но... А, это он чихает, блин. Так, давай, чувак, пора зажигать. Они очень замедляются, хорошо. Так. Надо как-то этих еще тут нам... Они уже предупреждают врага. Пш, харкают ему в лицо. А погоди, они... А, нет. Мне уж показалось. Так, вот начинается. Не, серьезно, это вот офигенно. Конечно, они придумали. Так, все, сейчас надо срочно этих. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой. О! Гад! Да, это мне не очень порадовало, если честно. Вот это вот. Но посмотри, насколько они замедляются! Гаденыши! Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, минус дракош. Сводись. Ве, бомбануло. Так, ну мы уже почти доделали, так сказать, делишки. Не, это читерная вещь. Конечно, друзья, вот этот дракон съедает еще, смотри-ка. Ну, такое себе, конечно. Блин.
Это последняя волна, но... Что-то мне подсказывает, что мы ее фиг... пройдем, потому что видишь, в чем проблема. Там внизу... Вот есть маленькая проблемка. Сейчас, может взведется, будет окей, все. Пожалуйста, введись быстрее. Да, она сейчас взведется. Нифига там, блин, золотая аж. Так, ну с теми нам такого не повторить, потому что, видишь, долго-долго она активизируется, блин. Блин, плохо. Его придется, видишь, замедлять другими растениями. У нас какое, блин, растение? Только это. Как он долго идет, блин. Не жри. На. Так, последний. Не, ну слушай, хорошая вещь. Только долгая, блин. А все, уже почти закончено. Все. Отлично. 31 уровень спокойно проходим. И уже все, почти, друзья, почти, блин, зомбос. Зомбосина. Неужели будет на русском? Офигеть, на русском. Мое раздражение достигло уже эпохального уровня. Существует ли эра, в которой я не столкнулся бы с вашим дурацким вмешательством? Стойте, где стоите? У вас назначена скорая встреча с огромным камнем? Ненавижу битвы камнями! О! Вот это, блин, дракон. Ну какого фига он... Ну или динозавр. Дракон, блин, дракон-то как бы... Так, ну все, окей, начинаем его валить. Ой, что такое? Что, блин, с экраном? Что он трясется так? Так, да прям вот так вот ему. На! Сейчас этого чувака мы на нашу сторону. Присоединяйтесь, у нас печеньки, все дела. Так, норм. Все, вперед, чуваки, давай! Не, ну это легкий босс, друзья. Я помню одного, так это вообще капец, что за жопа творилось. Мы его уже все. Давай! Блин, мало, жалко. Применил я, конечно, силу, но она, видишь. Так, динозавриков пока... Тихо. Ой, начинается. Блин, жруть! Нашего брата! Офигеть, что у него там в глазах стоит, какая шляпа! Так, ну на это мне пофиг, если честно. Давай, фигачь его. Да, отлично, звездюлей ему. Отлично, он его, прикинь, он его унес, динозаврик, и... Так, он злится, но ничего, осталось чуть-чуть. Блин, я... А, кстати, орех выдержу, смотри-ка. Так, этого давай сюда. Не, это очень легкий зомбос. Прям вообще. Я почему-то представлял, ну, будет посложней.
Сейчас ему... ему чисто хук справа. Прям все замедлено так. И мы с тобой получаем наконец статуэточку. И самое интересное все на русском. Боже, как я долго ждал этого. Пользователь Дэйв, приближается метеорит. Нам нужно немедленно покинуть эту эпоху. Пока, динозавры, еще чуть-чуть и вы станете птичками. Вы не оставляете мне выбора, начиная проект Парадокс. Еще встретимся, глупцы. Блин, прикольно. Все, и он опять улизнул, мы его никак под конец, вот, других зомби что-то мы спокойно на раз-два, да, разбираем, а... И у нас открывается следующий мир, который прям, ну вот, вот, не забывайте в других мирах, да, я знаю, пляж, офигеть, друзья, вы представляешь, какое настроение, ну жалко, лето закончилось, и это школа, блин. Ой, жалко, я не дошел, не сумел, блин. Так бы было вообще в тему, друзья. Ну что ж, надеюсь, тебе понравилось. Не забывай про лайкосики, также подписывайся на канал. Бай-бай, дорогой братишка.